Ру, Ру, подожди секунду. Сейчас там это прокварцуется комната. Сегодня суббота. Прокварцуется ваша комната. Я тебя запущу, окей? Потерпи, родной. Осталось там 2 минутки еще. Хорошо? Не понимаю, что происходит. Почему закрыто? Пустите, пустите. Хочу в свою комнату. Видите, там вот синим светится замочная скважина. Русик, Русик, беспокойная ты душенька, моя ты беспокойная душенька. Пойдем. Ну ты был в туалете, я удостоверилась, прежде чем... Не надо делать... Нет! Пахнет озоном просто, скорее всего, да? Идем, я тебя Хозе сбаблю, пошли. Иди к Хозе. Это что он там прохлаждается? Хозь, прин... Что там такое, что я? Гостей принимай. Ага. Нет, не принимай. Гости. Были гости, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Нет, вон один гость зашел с Анамоновой. Иди туда. Пойдешь? М? Ты в туалет хотел или просто орал? Че орал-то? Пылесос заезжает на допинг. Он очень нервничает, потому что у нас сейчас ездил пылесос, потом я еще вот этим вот ручным пылесосом убиралась, ходила. Ну, короче, вот он, там еще эта кварцевая лампа лежит, я у них кварцевала сегодня комнату, сегодня суббота, потому что, ну, и, короче, в общем, они подпсихивают, оба ходят, что один, что второй. Ну, при том, если для Шанель нормально просто куда-то уйти, затихариться и отсидеться, то этот будет ходить и привлекать внимание всеми возможными способами. Видите, облизывается и кончик такой у него, хвоста... Дергается. Ну, такой он, неспокойный ему, короче, тревожно. Да, Шанюнь? Ух ты. Да, пахнет, озоном пахнет. Озоном пахнет все, да. Угу. У нас вот такая вот огромная лампа. Она для прям больших таких помещений. И, в общем, мы ее еще с ковидных времен покупали. Тогда что-то как-то все были на панике. Ну и, кстати, в принципе, она нашла неплохо так свое применение у нас в доме. Я раз в неделю ее всегда использую. Вот так вот и живем. Давайте я вас двоих покажу. Все? Успокоились? Рядись на две. М? Ну, завязывай давай, все, завязывай. Завязывай давай. Да, да. Можешь меня даже кусить от злости, если тебе хочется. Да твоя территория. Я что, потендую, что ли? Да на здоровье. Прикиньте, какой длинный. Длиннецина. Присел. Вот. Ну и что, все, побежал. Давай. Ну, короче, ладно. И Шанель. Ладно, давайте как-то уравновесьте друг дружку. Ты его немножко успокой, ты ее немножко взбодри. Давайте, Ребди, как-то это. Да? Только не орите, пожалуйста. Я уже не могу больше.